Друзья, всем привет! Сегодня у нас очередная выдача. Прям вот буквально вернулся с доставки. Можно сказать, с аэропорта сразу приехал на выдачу нового автомобиля. Нива Легенд, три двери. Комплектация Black, друзья, максимальная комплектация с черными элементами. Цвет кориандр. В принципе, вот, собственно, сам автомобиль стоит. Можете обратить вот по внешней части. Сразу видно, да, черные диски Ниагара. Черные матовые 16 размера. Шина Pirelli Scorpion в размере 185-75R16. Вот, шина себя позиционирует как, в принципе, всесезонная, но все же рекомендую, конечно, ставить зимнюю шину. Хотя есть у нас и клиенты, которые ездят зимой даже на этих шинах и говорят, что ничего, все хорошо. Далее, у нас, в принципе, комплектация Black, остался все так же пластиковый бампер. Пластиковый бампер, как и комплектуется на Urban, с противотуманными фарами. Двигатель 1.7 идет, 83 лошадиной силы, легендарный наш российский двигатель. Шилдики Black. Показывает нам, да, о том, говорит о том, что комплектация Black. А сущность комплектации, в принципе, черные элементы, это черные диски, черный потолок, можете посмотреть. Сиденья у нас расширенной боковой поддержкой, идут с подушкой безопасности боковой и только на водительской. Шилдик, надписи точнее на сиденье Black. Также два передних стеклоподъемника, подогрев передних сидений, кондиционер, электропривод и обогрев наружных зеркал. Ну, в принципе, вот максимальная комплектация у российского танка. Дорогие друзья, знакомьтесь, Дмитрий. Приехал к нам из города Самары за вот этим боевым автомобилем Нива Легенд, комплектация Black, максималка. Максимальная комплектация. Вот. Мы хотим поздравить его с прекрасным приобретением. Цвет кориандр, металлик. Стоимость этого автомобиля 725 тысяч. Вот. Дополнительно мы сделали антикоррозионную обработку полностью всего автомобиля. Стоимость 4,5 тысячи обошлась. Вот. Ну, в принципе, все быстро. Приехали, посмотрели, оформились. Так, все понравилось? Да, поздравляю. Все, спасибо. Спасибо вам. Будем еще обращаться. Да, спасибо большое. Друзья, контакты все в описании. Жду заявок, жду заказов. До новых встреч, пока.